Добрый день, зрители нашего канала. Как мы вам и говорили, что этот осень посвятим обязательно выращиванию кубовидного перца. Потому что, как практика показала последних 3 лет, да, то есть это такая стабильная культура, которая, да, может быть, там какие-то культуры выскакивают чисто, да, но эта культура всегда в плюсе. Отдать ей должно именно кубовидные перцы. Из кубовидных перцев то, что мы пересматривали, да, остановились на компании Клаус, потому что они именно у нас, видите, по климату очень жарко, и клаусовские перцы достаточно жаростойкие. То есть цена-качество у них оптимальная, да, то есть может быть кто-то там скажет, что-то есть там лучше, еще что-то, но там такие цены просто заоблачные, да, то есть остановились в основном на таком перце, как Спрингбок из желтых, да, то есть это если в долгую вести. Если кто ведет желтый в короткую, да, более низкий, это Солонор. Поэтому здесь надо вам выбирать, то есть в зависимости, то есть если у вас теплица без отопления или с аварийного отопления, лучше на Солонор вообще, да. Если вы хотите в долгую, то есть это Спрингбок. Оба имеют насыщенно желтый цвет, у каждого есть свои плюсы. Потом, я думаю, мы вам все покажем, расскажем, да. По красным у нас основной это идет Денвер и Пиктор, да, вот два таких перца. Дополнительно мы посадили, конечно, очень много перцев, которые мы вам будем показывать. Это вот здесь и корисма растет, да, так вы видите, много перцев. Вот он, Пиктор растет, как раз идет Пиктор. Но в этом году, кстати, мы будем очень много производить тестовых, посадили очень много гибридов новых от компании Клаус. Во всех них покажем, покажем, как вести перцы. То есть сейчас, в принципе, перец от себя сильно ничего не требует. Достаточно поливать, но единственное, жара идет. И питание, конечно, ему надо чуть меньше электропроводность. Видите, он высажен. И питание, что помидорное, чуть-чуть перец присаженный такой, да. Сейчас у нас томат сегодня убирается и пойдет простое питание. Соответственно, будет потом перец быстрее подниматься. Но сейчас нам его тоже гнать не надо. Что отдельно хотим сказать, мы перец не хотим долго вести, хотим вести его где-то до конца ноября, поэтому стратегию выбрали 3,5 растения на квадратный метр с хорошей прищипкой, то есть именно сыграть на количестве растений, то есть 3,5 растения на квадратный метр это уже готовых высаженных, то есть это тоже очень важно, потому что иногда перец сажает как огурец с томатой в короткую, да, и потом у вас не до урожая идет, да, вы его не дособираете, потому что период короткий, перец созревается достаточно медленно, вы хотите собрать там, ну, грубо говоря, там 4-5 колен вот этих, да, на перцах, которые идут, и соответственно лучше его, конечно, загустить. Потом будем показывать, как прищипывать надо, потому что чтобы он не вытягивался.